СПК имени Арженики из Чардинского района. Вот, продаются и бычки. Возраст 7-месячный, правильно? 7-8-месячный, вот, до года, вот, пожалуйста. Так, дорогие друзья, мы продолжаем снимать СПК имени Орджоникидзе Ардинского района. Вот сейчас это уже другая съемка коровы с телятами. Пожалуйста, смотри, какие убитые, а. Пожалуйста. Вот. Люби. Хороший молодняк. Молодняк, да. Вот, пожалуйста. Вот сейчас. Есть такая... Любая корова, смотри. Так, дорогие друзья, СПК имени Орджоникидзе Чардинского района. Вот, пожалуйста, продается скот, тёлки, вот, и коровы. Вот. Дорогие друзья, СПК имени Орджоникидзе Чардинского района продаются коровы, тёлки. Вот, пожалуйста, упитанные, очень красивые, разная порода. Вот, пожалуйста. Так, дорогие друзья, мы продолжаем снимать СПК имени Орджоникидзе Чардинского района. Вот сейчас это уже другая съемка коровы с телятами. Пожалуйста, смотри, какие убитые, а. Пожалуйста. Вот. Люби. Хороший молодняк. Молодняк, да. Вот, пожалуйста. Вот сейчас. СПК имени Орджоникидзе Чардинского района. Вот, пожалуйста, продается скот любой породы. Посмотрите. Вот бычок тоже. Дорогие друзья, продолжаем снимать. Вот они, тёлки, год-полтора годовые. Вот, пожалуйста, тоже продаем.
Так, дорогие друзья, продолжаем снимать СПК имени Орджоникидзе. Вот, пожалуйста, телята трехмесячные. Вот. Желающие покупать, смотри, какие упитанные.